Родилась я в Голицыно. Здесь моя бабушка, моя прабабушка, дом, в котором я живу, это уже пятое поколение. Мои дети – это пятое поколение. Потом моим родители уехали под Звенигород, Савинскую Слободу. Закончила там школу в Савинской Слободе. Поступила в Московский колледж архитектуры и строительных искусств. Его закончила. Когда была в колледже, я вышла замуж. Родила старшего сына. Потом, когда он родился, поступила в Московский психолого-социальный институт. Но так как у нас был небольшой семейный бизнес, я занималась им. Потом родила второго сына. Ну и вот уже 9 лет назад ушла полностью в такую общественную деятельность. Я начала помогать детям. Детям из семей, попавших в трудножизненную ситуацию. Сначала у нас было не так много детей, которым помогали. На данный момент их очень много. Я работаю вместе с управлением по делам несовершеннолетних. Одно из главных – это все-таки наша акция «Стань Дед Морозом», в которой мы помогаем детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эти эмоции, они бесценны. И то, что у тебя есть такая возможность помочь какому-то ребенку, человеку, который в этом нуждается, ну, для меня, я считаю, что это самое главное в жизни. Для меня это мои дети. Кто-то уже вырос, кто-то вот пишет, что они уже встали на ноги, они приходят и помогают нам. А кто, если не я? Ну, наверное, какое-то вот это вот внутреннее счастье, что ты помог ближнему, для меня это очень важно.